Всем привет! В этом видео хочу рассказать, как мы у себя дома применяем лог LOC, как он называется. Но я буду просто говорить лог, как бы это проще. Все знают, что он биологически на 100% разлагается, абсолютно безвреден для окружающей среды. Изготовляется из свежего кокосового масла с добавлением аминокислот. Оказывает защитные действия на кожу. При попадании в воду полностью разлагается, при этом не отравляя ее. Исключительно экономный. Эффективное жидкое средство многоцелевого назначения. Концентрат умеренно пенится, не содержит растворителей и фосфатов. Раствор светло-желтого цвета с запахом фиалки. Так, что мы с ним делаем? Первое. Применяем для выведения пятен. Лог необходимо в концентрированном виде нанести на пятно. Подождать несколько минут, чтобы средство хорошо впиталось. Затем постирать в теплой воде. Устраняй пятна от фруктов, жира, шариковые ручки, масла, крови, шоколада, крема для обуви, красного вина. На застарелых пятнах оставлять примерно на 1 час. Для мытья посуды. Во флакон, если у вас нет посудомоя, наливаете воду и добавляете 2-3 помпы средства. Помпа, вот рекомендую сразу купить. Она потом, флакон меняется, помпа остается. Этой помпе у нас уже, я не знаю, сколько лет. Вот, очень удобно. Так, для чистки искусственной и натуральной кожи нанести несколько капель, затем очистить влажным полотенцем. Тонкая стирка. На 5 литров воды одна помпа. Можно стирать шерсть, шелк. Общая стирка. То есть мы стиральный порошок кладем в барабан, загружаем его с бельем, а лог добавляем, куда обычно сыпят порошок в отсек. Там, если не полная загрузка, одно нажатие, если полная загрузка, то два нажатия. Для мытья рук, то есть выжимаем на руки одну дозу, делаем как жидкие перчатки, то есть, допустим, с машины пошел возиться или в огород пошел возиться, перед тем, как идти возиться в огороде, выдавили себе на руки, размазали по рукам, дали высохнуть буквально там минуту. Вот, повозились в огороде, пришли, очень хорошо смывается. У меня даже где в сервисе слесарь, который мне ремонтирует машину, я ему дал попробовать, он прям теперь постоянно будет купать, потому что очень хорошо после работы отмываются руки. Для чистки холодильников и газовых плит на 5 литров воды 2-3 помпы для удаления застаревших пятен. Применять без разбавления. Для приготовления ванн, когда ванна наполняется, добавляете одну помпу лога. И знаете, да, после того, как ванны поплавали, у вас по краям, покуда была вода налита, остается такой вот, ну как сказать, типа грязное кольцо. Вот, и этот лог, он его удаляет и уходит у вас все вместе с водой. Применять в качестве шампуня. Можно мыть парики, меха, домашних животных. Вот этот запах фиалки, который есть, его боятся даже блохи, там всякие тараканчики, когда полы моете, они будут все от вас убегать. Для мытья растений на 4 литра воды одна помпа.
ну, чистить листья, отмывать. Для удобрения растений на 4 литра воды 3 помпы поливать один раз в месяц. Для ухода за кожаной обувью зимой можно применять против белых пятен на обуви. В концентрированном виде нанести на обувь. Для чистки рыбы окунуть рыбу в воду, содержащую лок, от чего растворяется слизистая оболочка, и рыба чистится легче. Для очистки ювелирных изделий замочить на 24 часа в концентрате, прополоскать потом водой. Чистка зеркал и окон на 5 литров воды одну помпу наносить губкой или тканью. Затем снять, ну, как обычно, окна моют, побрызгали, в пистолете вот разбавили, побрызгали, намылили и смыли. Потом есть специальный такой, как сказать, для мытья машины можно 3 помпы на ведро. И еще я добавляю одну помпу в омыватель бачка. Очень хорошо потом стекла омывает. Вроде все. Очень нужная вещь в доме. Можно все мыть, убирать. И надолго его хватает. Например, если быть этот вот только купили, а он, ну, он еще целый, а ему уже год. Так что вот так. Всем пока!